Руководитель Акмолинского филиала регистрируемой партии «Алга» Марат Джанузаков сегодня подвергся провокации. Партиец собирался лететь в Актау через столицу на суд по делу Владимира Козлова. Как потом стало известно, его сын Бауржан был задержан после того, как проводил отца в аэропорт. По словам очевидцев, его схватили люди в штатском и увезли в неизвестном направлении. Марат Джанузаков также рассказал, что сотрудники правоохранительных органов не представились и были без повестки. Весь день парни пытались уличить то в хранении наркотиков, то в уклонении от армии. В итоге, не найдя аргументов для задержания, Бауржана отпустили домой. Однако Марат Джанузаков опасается новых провокаций и пока находится в Астане. Позвонили по телефону обычному городскому и сказали, что ваш сын, что он запалился на наркотиках. Ну, кажется, так она мне сказала. Естественно, не представлялись, ничего, вот так вот. Я позвонил своим друзьям, сотрудникам. Они все сейчас там, никого не пускают. Я думаю, что они просто не хотят, чтобы я выезжал. Думаю, возможно, еще чего-то хотят.